Подготовка велосипеда к сезону. Несколько важных шагов. Если вы ответственный велосипедист, то к вопросам консервации, хранения и подготовки к сезону снаряжения подходите тщательно и понимаете важность всех, связанных с этим процессом, процедур. Велосипед штука сложная, от его надежности иногда зависит ваша жизнь, и для того, чтобы он работал как часы долго и качественно, необходимо к каждой манипуляции подходить, понимая, что вы делаете, как и зачем. Есть период подготовки к велосезону, и для того, чтобы ваш железный конь хорошо работал на вас, доставляя вам радость и обеспечивая безопасность, следует привести его в порядок перед первым выгулом. Очистка от прошлогодней грязи и старой смазки. Если перед сезонным хранением байк вынимали, не снимали с него старую смазку струщихся механизмов и пыль с рамы, накопившуюся за сезон, то начните предсезонное техобслуживание велосипеда именно с очистительных процедур. Поверхностную грязь и пыль с рамы можно смыть с помощью мыльного раствора и обыкновенной тряпки, ветоши. Если вам не особо жалко вашу сантехнику, то можно помыть велосипед в ванной, с помощью душа. Хороший вариант — довести велосипед до ближайшей автомойки и помыть его там с мыльным раствором. На автомойке с помощью очистительных устройств хорошо вымывается грязь, забившаяся в узости механизмов. На автомойках часто используют сильный напор воды, который может промочить седло велосипеда, вымыть смазку из каретки и втулок и залить туда воду. Перед мойкой плотно обмотать седло велосипеда, зону каретки и втулок полиэтиленовой стрейч пленкой. Не использовать сильный напор воды в направлениях на каретку и втулки, если вы не можете закрыть эти зоны полиэтиленовой пленкой. Если мыете велосипед без изолирования ключевых мест пленкой, то после такой процедуры и тщательной сушки велосипеда, сразу же необходимо основательно смазать все трущиеся части механизмов, а не кататься на велосипеде по пыли. Трущиеся части механизмов велосипеда лучше всего мыть вручную, с помощью специальных средств, качественно очищающих от смеси пыли, грязи и старой смазки, с использованием специальных инструментов, щиток. В качестве средств ручной очистки хорошо подойдут универсальные химические очистители, те, которые отлично избавляют байк от грязи и растворяют остатки старой смазки. Можно использовать специальные щетки, которые не царапают лаковые покрытия с одной стороны, а с другой их щетина хорошо проникает в узкие места и вымывает всю грязь. Если по-настоящему тщательно и регулярно обслуживаете свой велосипед, а не от случая к случаю, то рекомендую покупать сразу наборы, куда входят как щетки, так и средства очистки и смазки, как в концентрированном виде, так и в упаковках большого объема. Очистка и смазка в цепи. Для самостоятельного обслуживания отдельных узлов велосипеда понадобится минимальный набор инструментов и аккуратность, а это не так уж сложно. Сначала осмотрите велосипед, нет ли каких-то явных повреждений, особенно на швах, нет ли трещин в раме или сколов металла. Проверьте состояние цепи. Ее ресурс составляет около 4000 км, но, конечно, манера езды и состояние дорог играет большую роль. Определить состояние цепи можно, измерив ее, с течением времени цепь удлиняется за счет износа соединяющих звенья штифтов-пинов. Выбитые или сильно сточенные зубья звездочек, когда зубья напоминают акулий плавник, хороший показатель того, что цепь пора менять. Если делать это пока рано, то просто промойте цепь. Конечно, очистку цепи можно сделать и с помощью старой зубной щетки, но опыт показывает, что специальная машинка справится с этим процессом лучше. С ее помощью можно качественно отмыть цепь от грязи и старой смазки, не снимая ее с байка. Главная задача при очистке цепи – полностью смыть старую смазку, накопившую грязь и играющую роль абразива, который стачивает все механизмы, через которые проходит цепь. После очистки цепь надо хорошенько просушить перед тем, как ее смазывать. Некоторые велосипедисты смазывают цепь обычным машинным маслом, но лучше все же использовать профессиональные смазки. Нанесите на каждое звено по капле, лучше на внутреннюю сторону цепи, и сделайте проворот механизмов так, чтобы смазка ровно распределилась по всей цепи. Смазка специально имеет яркий цвет, чтобы хорошо было видно, где она уже есть на цепи, а где ее еще нет. Проведите протяжку болтов и винтов по всему велосипеду. Мест, где применяются механизмы затяжки, не так уж и много, и сделать работу по ним не так уж и сложно. Такая операция требуется для болта, зажимающего подседельные штыри болта под самим седлом так, чтобы оно было расположено параллельно земле и не съезжало под вашим весом вперед или назад. Затяните эксцентрики на колесах с некоторым усилием, но не переусердствуйте, иначе колесо может лопнуть в поперечном сечении при езде. Подкрутите боковые болты, передние болты крышки выноса и верхний болт выноса. Переднее колесо и вынос должны находиться на одной прямой. Если руль на вашем велосипеде прямой, потяните болты, которые держат тормозные ручки и монетки. Делать все эти манипуляции рекомендуем с помощью специальных инструментов, которые максимально точно подходят под такие операции. Важный момент – сохранность велосипеда от краш, которые, увы, бывают. Проверка тормозов. Следующий шаг подготовки велосипеда к сезону – проверка работы тормозов. Убедитесь, что за зиму тросики не заржавели, и они свободно, без усилий ходят внутри рубашек и механизмов велосипеда. Осмотрите тормозные колодки, если бороздок на них не видно, это сигнал к тому, что колодки пора менять, на велосипедах с свободными тормозами. Ход тросов должен быть плавным, ручка не должна застревать на обратном ходу, а колодки всей плоскостью должны схватывать обод. На дисковых тормозах колодки изнашиваются медленнее, но их тоже периодически необходимо менять, это происходит, когда их толщина достигает менее 1 мм. Если ход тросиков не плавный или что-то вам не нравится в поведении тормозной системы, это сигнал обратиться в сервис-центр, так как от работы тормозов зависит ваша безопасность. Рубашки тормозов не герметичны, они не защищены от влаги, на тросики постоянно попадает влага, они трутся внутри рубашек, их поверхность постепенно окисляется и тормозы начинают плохо работать, ход велосипеда теряет плавность. При необходимости можно поменять целиком тросики и рубашки.
Будьте особенно внимательны, если торнадо на вашем велосипеде гидравлические. Это гораздо более сложная система, в отличие от обводной. Даже небольшая утечка тормозной жидкости, если та попала на колодки и диск, может привести к откаду тормозной системы. Перед выездом всегда проверьте работу тормозных ручек, понажимайте их, они не должны залипать на обратном ходу. Неполадки могут возникнуть из-за того, что в механизм попал воздух, особенно если велосипед хранился подвешенным за переднее колесо. Если что-то не в порядке, поможет прокачка гидравлической системы. Другая, возможная проблема отказа работы попадания в тормозную жидкость воды, она может вобрать в себя влагу, если байк хранится в сыром помещении. Здесь тоже поможет несложная процедура прокачки, а также смена тормозной жидкости. Проверка колес. Возьмитесь за руль или седло, приподнимите байк и пошатайте и потрясите его из стороны в сторону. Посторонние звуки, щелчки или люфт говорят о том, что колеса нуждаются в чистке, регулировке втулок и смазке. Прокрутите колеса, если их ход свободный, плавный и долгий, без скрипа и заеданий, то все в порядке. Проверьте руками все спицы, они должны быть натянуты с одинаковой силой, чтобы убедиться в этом, достаточно перебрать их как гитарные струны. Громкий чистый звук говорит о хорошем натяжении. Если какая-то из спиц выбивается из хора или фальшивит, ее нужно ослабить или подтянуть. Также проверить натяжение спиц можно, взявшись за две соседние спицы указательным и большим пальцами. Они не должны легко сжиматься даже при серьезном надавливании. Проверка резины покрышек. Зазубившую за зиму резину на колесах можно размягчить лимонным соком, просто выдавите его на тряпку и натрите промытые шины. Это улучшит сцепление с дорогой. Обслуживание велосипеда после зимы обязательно включает подкачку шин за зимний простой, они непременно должны были спустить воздух. Накачайте шины до рабочего давления, для этого лучше всего использовать насос с манометром, и подождите некоторое время. Если шины не теряют давление в течение часа, то покрышки и камеры пережили зиму, резина не рассыпалась и их менять нет смысла. Если давление падает, то мы вам рекомендуем поменять сразу и покрышки, и камеры. Лучшие варианты это от бредовых компаний. Очистка зоны педалей. Обязательно тщательно прочистите зону педалей. Подшипники в них не часто, но все же иногда тоже нуждаются в чистке, регулировке и смазке. Если байк хранился в сыром месте, тем более в грязном состоянии после осеннего катания, высока вероятность, что придется отдать его в сервис-центр мастеру, чтобы тот перебрал втулки. Это можно сделать и самостоятельно, процедура несложная, раскрутить втулку, очистить ее от грязи специальными промывками, протереть подшипники, смазать и собрать обратно. Процедуру лучше проводить с помощью специальных инструментов. Советы по хранению велосипеда. После отмывки от грязи, проверки и настройки всех систем, подтяжки болтов и винтов байк готов к выходу. Чтобы подготовка велосипеда к сезону занимала меньше времени и сил, соблюдайте правила его хранения. Оставив велосипед на зиму немытым, будьте готовы к тому, что некоторые детали придется поменять. Если предварительно помытый велосипед провел зиму в теплом и сухом помещении, особенно в чехле, как правило достаточно просто смазать цепь, подкачать шины и проверить настройку. Цепь лучше снять, тщательно прочистить, смазать и хранить отдельно в герметичном пакете, тогда перед новым сезоном ее будет достаточно надеть обратно. Если вы ухаживаете за велосипедом, то вам не надо обращаться в сервис-центр по причине ремонта, а покупать новые и иногда дорогие запчасти придется значительно реже. В это сложное время больше занимайтесь велоспортом, это укрепляет иммунитет, сохраняет социальные связи и снижает уровень тревожности. Ваша безопасность прежде всего. Рекомендую использовать во время катания велошлем. До встречи на дороге.